Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители, с вами Тайна НЛО, и сегодня мы раскрыли самую ужасную тайну, которая много дней и много, скорее всего, ночей мучили людей. Что это такое было над одним домом? Ровно несколько секунд завис ненормальный, но огромный корабль НЛО. Прям, можно сказать, размер его соответствует дома. Но тут очень было ужасно, дорогие друзья, наблюдать за эту картину. Не знаю, как вы, но у меня есть один вопрос. Что это такое? Кто не знает, а я вам скажу. Скорее всего, это необычный НЛО корабль, который сканирует пространство и местность. Для чего это делается? Но для того, чтобы, дорогие друзья, скорее всего, расчистить какой-то путь. Потому что такие НЛО очень часто бывают именно в полях. А вы, наверное, замечали, что бывают такие круги, которые НЛО рисует на пшенице там или еще на траве. Такие НЛО именно дают знак, что на эту территорию будет кое-что проявляться. То же самое может быть и вторжение, то же самое может и закачка ресурсов. Но мы просто, дорогие друзья, об этом разговариваем. Давайте вы посмотрите этот ролик, а я дальше, дорогие друзья, начну. Ну что, дорогие друзья, вы посмотрели удивительно много чего, да? А если взять эту картину иначе и перевернуть, вы увидите масштаб грандиозный. А множество людей снимали даже в лесу. А даже грибники видели очень интересный луч, который валил прям тоннами деревья. Вы представляете, свалить одно дерево килограмм, наверное, 400, а может даже и выше. И тут, дорогие друзья, вы даже не замечаете самое основное. А я решил провести эксперимент, но эксперимент будет именно по времени. Я уеду в самый отдаленный участок, где в основном бывают очень интересные моменты, как вырубка леса. Но, дорогие друзья, вырубка леса не человеческими руками, а именно, вы узнаете, что я имею в виду. Огромный НЛО пытается оставить знак в лесах. А видели, наверное, вы, когда идете в лес и встречаете поле, чистое такое красивое поле, а там лужайки, там птички, там все тихо. Как оно могло образоваться? Говорят, есть пространство временного петли, но это так или нет, я не знаю. Но говорят, что вот такие, как НЛО, оставляют и не просто знаки, могут даже и похитить людей. Такие ролики в основном летали в YouTube. И бывало то, что лучше об этом не говорить. Я имею в виду о похищении всего живого. Даже были такие ролики, как водитель машины рассказывал, что он ехал с работы, и яркий свет, и очнулся он, дорогие друзья, совсем не там, где ехал, а именно в другом месте, можно сказать, дорогие друзья, 250 километров от того места. Как он там туда попал, никто не знает. Посчитали, что это всего лишь брехня. Так ли это опять, не знаю, как вы. Но давайте, дорогие друзья, мы разберем, в общем, этот ролик. Очень поразительно в том, что сам НЛО вертится как шарик. И как будто он приманивает. Были такие моменты, когда люди снимают, и потом яркая вспышка, у всех сгорали камеры, но тут такого не было. И еще, сосед этого дома просто-напросто от страха выбежал, потому что он стал вибрировать этот дом, и очень, наверное, сильно. Может, это мини-землетрясение выявил этот НЛО для того, чтобы, может, выгнать человека и похитить его. Но опять, дорогие друзья, сосед был очень испуган, что этот НЛО прям его пугал. Я не знаю, как вы, но давайте мы разберем этот ролик по частям. И дальше вам будет понятно. Я сейчас разберу этот ролик на спецэффекты. Я не видел спецэффектов, но тут, дорогие друзья, мы добавим множество ямы, чтобы понятно было.
настоящая кровь или нарисован. Давайте мы начнем. Если вам понравился этот ролик, дорогие друзья, а особенно канал, вы знаете, что сделать. Поставьте лайк, подпишитесь, и я надеюсь, что в следующий раз вам повезет. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был, как всегда, Тайное НЛО, которое мы раскрыли.